Посмотрите, какую доходность иногда дают акции. За все время, например, Тинькофф дал плюс 369%. Так и хочется сказать, дайте мне таких акций побольше и в кредит. Стоит ли это делать? И давайте посмотрим вообще на эту проблему подробнее. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сразу хочу сказать, что я вас ни в коем случае не призываю брать акции в кредит, но это очень удобный момент, когда я могу рассказать не только о том, как брать акции в кредит, как увеличивать доходность, но и что такое кредитное плечо. Я вам расскажу, что такое ставка репо, как увеличить доходность до бесконечности, почему не надо брать кредит и как взять кредит вообще без процентов и какие здесь есть нюансы. Поэтому смотрите это видео до конца, будет интересно, я надеюсь. Итак, смотрите. Вот акции Тинькофф в данном случае дали мне 369% доход, ну, доход. А что это значит? Посмотрите сюда внимательно. Вот вы видите, что при открытии средняя цена открытия 21,17 доллара. Сейчас они стоят 99,391 доллара. То есть эта доходность, во-первых, в долларах, а во-вторых, я посчитал, 99,39 поделить на 21,07 получилась рентабельность как бы этой инвестиции 4,70 практически 2 сотых. То есть сумма, вложенная в эти акции, увеличилась в 4,71 раза. И если бы я вложил, а купил я этих акций 10 штук всего, поэтому, значит, 10 штук стоили 210 долларов 70 центов, как вы видите, и сейчас эта сумма составляет уже 990 долларов 30 993 доллара и 90 центов. Вот как получилось. Но на самом деле у меня к тому времени, когда я покупал эту акцию, когда я эти акции покупал, у меня было достаточно много денег, там где-то 1,5 миллиона рублей, то есть это, ну, в районе там 20 с лишним тысяч долларов, а я купил их всего на какие-то там несчастные там, ну, честно говоря, там на 5%, может быть, не больше. А если бы я знал, что они вырастут вот таким образом, как вы думаете, на какую сумму я бы их купил? Ну, конечно же, на все деньги и взял бы еще в кредит. Но я этого не делал, и сейчас вы, наверное, поймете, почему. Но как можно взять акции в кредит? Смотрите, мы привыкли, что для того, чтобы взять кредит, большинство людей куда идут? В банк. Ну, например, есть кредит под покупку квартиры, значит, он достаточно большой, да? А как же взять кредит на покупку акций? Если вы придете в банк и скажете, я хочу взять кредит, там, 2 миллиона рублей на покупку акций, и банк, скорее всего, вам откажет, потому что он скажет, идите вы отсюда, но не нафиг, а к брокеру. Потому что кредит на покупку акций дает брокер. И вот это вот очень важно понять, что, значит, брокер, у которого зарегистрирован ваш брокерский счет, с удовольствием вам как раз даст такой кредит. Теперь давайте посмотрим, как же это все организовано и какие бумаги надо оформлять у брокера для того, чтобы получить такой кредит. На самом деле никаких бумаг вообще оформлять не надо, этот кредит дается абсолютно автоматически. Вот, но давайте теперь прикинем, а насколько он безграничный может быть, почему брокер дает кредиты, в чем там кайф и почему он дает вообще автоматически и всем подряд, вообще без разбора. Дело в том, что брокер дает действительно кредиты всем подряд, и многие даже отказываются, сейчас вы поймете почему отказываются. Но дает он их не безгранично, а дает он их под залог. То есть банк, когда
пытается, ну, когда вы пытаетесь взять кредит в банке, банк спрашивает, а чем будет обеспечен ваш кредит? Если вы даете кредит под недвижимость, то он обеспечен, так сказать, ипотечный, он обеспечен именно этой вашей недвижимостью. Если вы берете кредит на машину, то, соответственно, машина появляется у вас, вы покупаете машину с, как называется, с ограничением, то есть вы не можете ее продать, пока не отдадите кредит. Вот такие ограничения. А что же берет в залог брокер? Ну, если у вас есть, например, деньги на счете, то эти деньги окажутся у вас в залоге. То есть, смотрите, у вас уже есть деньги, свои деньги. Вы можете купить эти акции в кредит. Но вы, вернее, вы можете купить эти акции на свои деньги. Но также вы можете купить эти акции еще и за счет брокера. И брокер вам даст деньги пропорционально тем деньгам, кредит, пропорционально тем деньгам, которые у вас имеются на счете. Ну, каждый брокер определяет эту пропорцию сам, то есть сколько денег он вам может дать в кредит. У брокера есть совершенно, ну, как бы определенные параметры какие-то. Открытие там что-то примерно в 6 раз больше денег, чем у меня есть на счете. Соответственно, если у меня на счете миллион, то я могу купить акции на 6 миллионов рублей. Это действительно так. Давайте посчитаем, а сколько же у меня будет денег, если я взял кредит? Смотрите, давайте смотреть. Если я, например, купил акции на, скажем, на миллион рублей, вот эти же акции Тинькова, да, то я получаю 1 миллион и плюс доходность, вот которую годовых получилось, это 369% плюс, то есть миллион плюс 1 миллион умножить на 3,69. Ну, то есть, если пересчитать это не в проценты, а в доли, получается 4 с лишним миллиона я получил. А если я возьму, скажем, акции еще на миллион в кредит, то я получу, то есть, смотрите, на те акции, которые я купил за свои деньги, я получу 369% доходность, а те, которые я купил в кредит, доходность будет 369% минус те проценты, которые я отдам за кредит. А сколько же это будет процентов? Если я беру у брокера кредит в рублях, то он мне дает кредит под 16% годовых. Если я беру, скажем, на 1 миллион на свои и 1 миллион на деньги брокера, то с того миллиона, который я взял на деньги брокера, я получу прибыль какую? 1 миллион плюс 379% прибыли, доходность получилась по Тинькову, и минус 16% это то, что я заплачу брокеру. Ну, согласитесь, все равно шикарно. То есть мы можем посчитать суммарную доходность следующим образом. Это будет... Рентабельность считается следующим образом. Это сумма вложенных денег, то есть сколько у меня было до того, плюс... та сумма, которая получилась в результате. Получается А плюс доходность умножить, суммарная доходность, умножить на ту же самую А, то есть на тот самый капитал. И все это надо поделить на тот капитал, который был в начале, то есть А. Теперь смотрите дальше. Если я добавляю туда кредитные деньги, то получается, что у меня А плюс А умножить на доходность и плюс А плюс кредитные деньги, это уже К назовем, умножить на D минус K, это уже получается ну, доходность уже на кредитные деньги. И получается, что если мы сократим вот эти вот как бы суммы А на А, вынесем за скобки, грубо говоря, и получается, что у нас рентабельность получается единица плюс D плюс К поделить на А, К большое поделить на А, и в скобочках D минус К. К поделить на А – это плечо как раз называется, то есть это кредитное плечо, а D минус К – это доходность вот от К.
кредитного плеча. Таким образом, если у нас, например, А стремится к нулю, А большое стремится к нулю, а кредитные деньги стремятся к бесконечности, то, соответственно, наша прибыль, наша рентабельность устремляется к бесконечности. Но так не бывает. На самом деле бывает иначе. Значит, кредитное плечо, как правило, брокер дает, брокер на московской бирже, скажем, открытие, он дает кредитное плечо в размере там, ну, где-то в 6 раз, то есть К поделить на А, соответствует 6, то есть в 6 раз больше денег, чем у вас есть на счете. В отличие от Форекса, Форекс дает 1000, К поделить на А 1000. Но чем это чревато? Смотрите, если вы получаете прибыль, то вы в шоколаде и вообще все хорошо. То есть если доходность по вашему активу превышает расходы по кредиту, то есть если D больше K, то вы в шоколаде и вы увеличиваете свою доходность. А если у вас доходность по кредиту, вернее доходность ценной бумаги ниже, чем расходы по кредиту, то вы получаетесь в убытке, то есть ваши кредитные деньги уменьшают ваш доход. И более того, если доходность, например, ценной бумаги отрицательная, что вполне может быть, то есть бумага потеряла в цене, то получается у вас уже не доход, а убытки, и убытки тоже масштабируются. Ну, давайте вот я подставил реальные цифры. Смотрите, реальные цифры у брокера открытия. К поделить на А это 6, скажем так, да, то есть кредитное плечо 6. Процент по кредиту вы видите 0,16, так. И, скажем, у вас доход вот 370% дала акция, то есть 3,79. Получается 22,78 рентабельность. И если бы не было кредита, 4,79. То есть кредитное плечо в данном случае увеличило бы наш доход в, с 4,79 до 22, то есть получается в 5 раз. В 5 раз увеличивает доход. То есть это кредитное плечо как рычаг работает. Да? Но в чем опасность? Опасность в том, что кредитное плечо работает и в обратном направлении, когда у вас убытки. Если у вас убытки, давайте посчитаем. Например, у вас данная акция дала убыток, ну, например, 10%, да? Давайте посчитаем. Получаем, значит, те же самые, мы взяли под шестикратное плечо и получаем здесь минус 0. Ну, предположим, она упала на 15%. Вполне бывает такое часто. И минус 0,16%. Получается минус 0,86. Что это значит? А это значит, что у вас денег было, скажем, 1 миллион рублей, стало минус 860 тысяч. Но такое не может быть, потому что, почему брокер дает всем без разбора? Потому что он следит за тем, чтобы ваша сумма не стала отрицательной. Более того, он следит, чтобы сумма ваша не обнулилась, потому что иначе брокер вам, вернее, вы должны будете брокеру, и вряд ли брокер с вас возьмет эти деньги, ну, по крайней мере, ему это будет геморрой. Поэтому, если у вас сумма на счете 0, то любой брокер у вас обнулит эту позицию и закроет ее. И это называется margin call. Но если у вас сумма 0, то по margin call закрывают брокеры на Forex или дилеры на Forex. То есть на Форексе, как только вы, смотрите, на Форексе плечо 1 к 1000, и как только ваше плечо, значит, как только ваш актив упал на любую сумму практически, потому что 1 к 1000, если вы посчитаете, там, ну, на 0,5% упал актив, и все, и вы обнулились.
То есть риски на Форексе огромные, то есть до того момента, пока ваш актив не схлопнется на 0,1%. Все, у вас закрывается полностью. Что на бирже? На бирже у вас кредитное плечо 6, и маржин-колл срабатывает, когда у вас 50% денег ушло. Печально, конечно, но больше, чем 50% вы не сможете потерять при всем желании по маржин-коллу, если вы берете акции в кредит. Но и 50% не хочется терять, поэтому будьте осторожны, когда берете акции в кредит. Теперь далее, смотрите. Но вдруг, если вы видите, что какая-то акция начинает расти, и вы уверены, что она вырастет, то вы вкладываете туда все свои деньги, а денег у вас больше нет. Но зато у вас есть какие-то другие акции, другие облигации какие-то, и вы можете их, по идее, продать, чтобы появились деньги, и взять кредит. Но на самом деле вы можете этого и не делать. Дело в том, что брокер у вас может взять и в качестве залога эти самые активы. То есть в качестве залога брокер готов взять те акции, которые у вас куплены и которые есть на счете, и облигации. Но не все. У каждого брокера есть список ценных бумаг, которые он готов принять в качестве залога. И этот список называется список маржинальных ценных бумаг. То есть брокер берет в качестве залога только маржинальные ценные бумаги и предоставляет вам деньги под залог этих бумаг. Понятно, да? Теперь вы знаете, что такое маржинальный список, список маржинальных бумаг. И у каждого брокера этот список свой. И, насколько я понимаю, то есть в открытии мне говорили, что у открытия брокера самый широкий список маржинальных ценных бумаг. То есть вам не надо продавать свои активы для того, чтобы взять что-то в кредит. Вот что я хочу сказать. И мы уже знаем, что такое маржинальный список ценных бумаг. Ну а теперь по поводу кредита. Смотрите, если у вас деньги, то брокер дает вам деньги под 16% годовых. Ну а если вы берете деньги под залог ценных бумаг, которые у вас есть, то под какую ставку? И это уже ставка не под 16%, эта ставка уже будет под репо. Что такое репо? Репо – это ставка под залог ценных бумаг. Вот именно здесь она и играет роль. То есть у вас денег нет, но у вас есть ценные бумаги. И брокер прекрасно знает, какая стоимость этих ценных бумаг, текущая стоимость. И он оценивает среднюю стоимость активов на 17 часов, по-моему, вот в этот день, и дает вам кредит по ставке репо. Кредит оценивается ежедневно, то есть ежедневно считается вот эта вот стоимость активов из маржинального списка ценных бумаг, и ежедневно же на эту сумму начисляется процент. То есть брокер берет с вас процент по ставке репо. Теперь вы знаете, что такое ставка репо. Вот поэтому я хотел вам это снять. Но всегда ли надо брать такой кредит? И надо ли брать его вообще? И как оценить, какие же бумаги брать в кредит? И почему я взял бумаги Тинькова в кредит? Вернее, почему я взял бумаги Тинькова именно вот свой портфель? Почему Тинькофф, а не Сбербанк, казалось бы, почему Тинькофф, а не ВТБ? Ну, потому что как раз я оценил, что Тинькофф наиболее перспективный. То есть я формировал портфель свой. Вы знаете уже, что я формирую свой портфель на основе диверсификации. И сколько-то там процентов от всего своего портфеля я вкладываю в банки, то есть в банковскую отрасль, финансовую отрасль. И у меня на эту финансовую отрасль было, ну, как бы распределено, сколько там, 20 тысяч рублей там, или сколько там получается, ну, короче говоря, $201. И я, когда оценил, думаю, какой же банк выбрать в банковской отрасли. И здесь я уже не стал
диверсифицировать. Я посмотрел, блин, по показателям Тинькофф самый лучший. Я почитал информацию, Тинькофф самый лучший. И вложил эти деньги, которые у меня распределены вот в этот горшочек, вот в эту долю на банковский сектор, я их вложил в акции банка Тинькофф. Не стал раскладывать там, скажем, часть в Тинькофф, часть в ВТБ, часть в Сбербанк. Я все вложил в Тинькофф. Ну вот здесь я уже не занимался диверсификацией, хотя, возможно, зря. И вот таким образом я не стал вкладывать. То есть у меня есть деньги в «Газпроме», которые были вложены, которые тоже сейчас, кстати, растет. И, возможно, стоит его взять даже в кредит, потому что сейчас нефть феноменально растет. Вы знаете, «Северный поток-2» вводится уже постепенно в эксплуатации, и никуда он не денется, он ведется, потому что в Европе сейчас цены на газ максимальные, и, соответственно, ну, кажется, что поставщики газа должны получить максимальную прибыль. Поэтому акции «Газпрома» уже растут в ожидании этих максимальных прибылей, и к тому же «Газпром», например, начинает платить дивиденды. И поэтому, если уж и брать что-то, то, наверное, «Газпром», но цены на газ натуральный выросли всюду, и, соответственно, не только «Газпром» поставляет газ, «Газпром» поставляет газ по трубам, а сжиженный природный газ поставляет компания «Новатэк». Поэтому присмотритесь к компании «Новатэк». Почему бы и не купить акции компании «Новатэк»? Они у меня тоже есть в портфеле. А теперь давайте порассуждаем дальше. Смотрите, газ, который поставляет «Газпром», куда пойдет? То есть он, у «Газпрома» есть свои там месторождения. В месторождениях он добывает этот газ, он куда его запихивает? В трубу. А труба принадлежит уже не «Газпрому», а «Транснефти». И «Транснефть» владеет трубопроводами, и «Газпром» заплатит «Транснефти» денежки за транспортировку этого газа и нефти тоже. Потому что нефть тоже вслед за газом растет. Почему бы не взять акции «Транснефти», пока не упали цены на газ и пока не упали цены на нефть. Но тоже будьте осторожны, потому что, кажется, цены на газ уже достигли своих максимумов, и, возможно, они уже начинают падать. То есть, может быть, вы уже опоздали. А как вообще, значит, все это считать? Как это прикидывать? Как это думать? Ну, здесь уже надо быть, ну, анализировать рынок, надо смотреть. И смотрите, вы видите, что очень легко можно взять акции в кредит, но также легко можно улететь в убытки. Как ограничить эти убытки? Я еще и еще раз вам говорю, ограничивайте убытки, не ограничивайте прибыль. А как ограничивать убытки? Ставьте стопы, ставьте стоп-заявки. Как все это делать? Как оценивать прибыльность акций потенциального, как оценить вообще потенциал акций, как ставить стоп-заявки, я об этом рассказываю на курсе «Биржа для чайников». И, пожалуйста, если вы в этом не разбираетесь, то, пожалуйста, вы уже, ну, обязательно в этом сначала попытайтесь разобраться, потому что это сэкономит вам кучу нервов и кучу денег, потому что если вы начнете вкладываться в какую-то одну компанию, и как вам кажется, что это будет самая надежная компания, какая у нас самая надежная компания в представлении большинства людей, это Сбербанк, наверное. Сбербанк тоже сейчас растет, и, сказать, ну, и Сбербанку ничего не грозит, но стоит ли его брать, я не знаю. Посмотрите, Тинькофф вырос намного больше. Будет ли он дальше расти? Я не знаю, потому что он уже вырос. Поэтому во всем этом надо разбираться. А как в этом разбираться и вообще как инвестировать, как начинать инвестировать? Вон там он, вы видите, значочек. И нажимаете на него, и там я вас уверяю, что я постараюсь вас убедить в том, что инвестировать надо, и расскажу, как инвестировать и куда инвестировать. Если вы совсем не разбираетесь, есть инструменты, которые предназначены для тех людей, которые, ну, вообще не разбираются, обратитесь ко мне, там есть и обратная связь.
То есть вы сможете спросить у меня, я вам могу посоветовать просто дать деньги в управление. Например, сейчас есть управляющие компании, и там вообще не надо разбираться. Вообще не надо разбираться, просто инвестировали деньги и забыли. И они растут, я вас уверяю, даже ну, как бы там управляют профессионалы, они покупают акции тогда, когда надо, и продают акции, когда надо, ну, вот, когда они выросли. Но профессионалы стараются, я вам по секрету скажу, стараются, самая главная их цель, чтобы не допустить убытков. То есть они не хотят получать максимальную прибыль. У них нет такой цели. У них главная цель не допустить, чтобы у клиентов были убытки, а чтобы клиенты получали прибыль, несмотря ни на что. И поэтому ну, у них более-менее консервативные такие заявочки. Ну, это сейчас выходит за рамки моего, значит, повествования сегодняшнего. То есть есть варианты для тех, кто не хочет вообще ничего изучать. И есть вариант, который хочет изучать. Это биржа для чайников. Пожалуйста, я вам расскажу. Вы будете знать все об акциях, об облигациях, о дивидендах. Ну, если вы нажмете вот там, значит, там записаться на мастер-класс, об этом я обо всем подробно расскажу на мастер-классе, который я недавно проводил. Он сейчас в форме автовебинара, и он будет в форме автовебинара, скорее всего. Возможно, я его перепишу, но вы уже точно, ну, не пожалеете, это абсолютно бесплатно, записаться на мастер-класс, и вы послушаете просто, там масса всего полезного, я вас уверяю, и вы многое поймете. Вы многое поймете. Ну, а если захотите учиться дальше, у вас будет возможность учиться дальше. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. До встречи.